вам, верующим людям, значит, которые занимаемся и духовной, над тем, как удовлетворить духовное богатство и его укрепить в душах наших граждан. Это очень важно, это бесценно. На этой земле мы продолжаем дальнейшие уже условиях, где требуется и знание, и толкование, она будет здесь происходить. И мы очень благодарны, что это поддерживается политикой нашего государства. Все, что здесь делается, это говорит о силе духа нашего народа. Мы можем, без булдравос, барвазгада и сярник, саулок именник. Здоровья вам, благополучия, всего доброго. Рахмат, спасибо большое. Рахмат, сизыгызга.